Наследника олигарха чудом спасли врачи. Сергей Саркисов попал в реанимацию 14 апреля. Сын совладельца крупной страховой компании «Реса Гарантия» долго был без сознания, но теперь очнулся. Друг певца Юркиса оказался на грани жизни и смерти. После бурной вечеринки в одном из столичных клубов Сергею Саркисову стало плохо. Сын миллиардера был доставлен в ближайшую клинику, где ему оказали первую помощь. Доктора боялись, что не смогут спасти Саркисова-младшего, так как его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Почти сразу парня положили в реанимацию. Сергей Сергеевич потерял сознание, и его не могли привести в чувство. Сначала представители «золотой молодежи» положили в инфекционное отделение, но затем перевели в терапевтическое. Несколько дней наследник миллиардера находился в коме, и близкие, и друзья не знали, сможет ли он прийти в себя. Сейчас состояние сына бизнесмена улучшилось, он очнулся. Врачи считают, ему ничего не угрожает, пока родственник олигарха не комментирует случившееся. Возможной причиной комы сына миллиардера считают злоупотребление запрещенными препаратами, но пока это не доказано. Саркисов-младший регулярно посещает вечеринки в дорогих московских клубах, из-за чего мало спит, к тому же, он часто жалуется на усталость из-за загруженного графика работы. Однако особых проблем со здоровьем у родственника олигарха не возникало до этого года. Сергей Саркисов попал в реанимацию, фото, Инстаграм. Сергей Саркисов-младший называет себя «черным принцем». Благодаря поддержке отца он ездит на небесно-голубом Бентли. Сын олигарха проводит время на тусовках с известными российскими исполнителями, Юркисом, Текилла, дружит с Дмитрием Тарасовым. Бурные вечеринки стали частью его привычного образа жизни. Знакомым наследника директора «Реса Гарантия» особенно запомнилось его 18-летие на 62-м этаже одной из башен «Москва-Сити», где собрались дети бизнесменов и знаменитости. У Саркисова-младшего был блестящий старт, он родился в Барселоне, а образование получил в частной школе в Англии. Отец научил Сергея вести бизнес. Поэтому последние месяцы он работает в компании «Реса Гарантия», где прошел путь от менеджера по продажам до руководителя. Наследник олигарха часто путешествует по Европе, особенно выделяя Монако среди других государств. Сына миллиардера считают завидным женихом, пока он не стремится к созданию серьезных отношений. У Сергея был короткий роман с дочкой бизнесмена Игоря Кудряшкина Настей. Ходили слухи об интрижке наследника олигарха с Анастасией Решетовой, которую часто замечали в его компании. Но Саркисов-младший заявлял, что не планирует свадьбу в ближайшие 10 лет, его больше интересует проведение сделок и московские вечеринки. Yeah.